Ага, первая подача у Марион Бартоли прошла и знак. Вот какой классный обратный кросс, а, от Марион. И вот он, третий брейкпоинт у Бартоли. А вот зря Янкович на хафкорт мяч набросила. 2-0 теперь еще. И еще раз отличный бэкхенд. Вот как. 5-0. Активно выигранные мячи. Пять один сейчас будет. Нет, поторопился я. И посмотрите, что творит Марион Бартоли. Ну, во-первых, Елена Янкович творит. Вот и все, развела руки Марион Бартоли. Ай, попал, ай, молодец, вот наконец-то. Да, готова Бартоли к этому матчу. Здорово. Матч, когда она 1-5 уступала в первой партии Екатерине Макаровой, в итоге матч выиграла, хоть с этой уступила. Здорово, Елена Янкович. А вот и контрудар. Вот это игра, Марион Бартоли, а? Не ослабила. И эйсом третий отыграла. Первый эйс в этом матче. Какая боль, какая боль. Бартоли Янкович уже 5-0. Два гейма подряд. Янкович вела 40-0, но потом 5 подряд розыгрышей она уступала. Ну, здесь попала. На Лейвер-арене, если что, припасен ястребиный глаз. А вот... вот это да! Как же играет Марион Бартоли? Марион Бартоли подает на первую партию. Ох! Которая по всем турнирам с Еленой ездит. На 30-0 уже на подаче Бартоли. Браво, Марион Бартоли. Первая партия остается за ней. 6-1. Трюги сказал, у меня всегда проблемы на Australian Open в первых кругах. Соперница к тому же удивила. Не ожидала Янкович, что будет выходить к сетке так часто Флипкинс, но бельгийка выходила.
Ну и, наконец, третий круг. Елена Янкович играла с ветераном. Хочется просто упасть на колени. Молодец, Елена. Вот заработала преимущество нападающая. Это 0 из 3. Брейкпоинт у Янкович. Но зря Марион Бартоли туда ударила. Конечно, противоход было бы лучше, а Янкович умеет отвечать. Ну что, Елена Янкович, похоже, взяла в одну калитку в пользу Бартоли. Во втором сете. Вот этот розыгрыш, кстати, на второй подаче Янкович был первым, когда она на второй подаче вообще выиграла розыгрыш. Вот так. А вот сейчас Янкович блеснула. И во втором сете у Янковича уже невынужденных ошибок больше, чем во всем первом. А хотя весь первый-то это 7 геймов. Бартоли зачем-то решил проверить. Штанги, стойки, держащие сетку. Известил нас о том, что 15-15. И не стала ждать Бартоли, пока мяч приземлится. И затем... Собралась младшая Янкович. Привет. Вот так. Сейчас можно восхититься. Ну, Янкович скорее так пытается тактически играть с Бартоли, но совсем... Вот так, все. Марион Бартоли зарабатывает еще один брейкпоинт. Преимущество для Елены. Ну, что сейчас будет? А вот это вот такая тактика, которую Янкович нащупал. Действительно, гейм может стать ключевым. Да, Янкович сейчас на себя. И есть ответный брейк. Максимум. Елена Янкович. Браво, Марион Бартоли, просто браво. Опять на хардкорт. Накинула мяч на ракетку, фактически Бартоли. Бартоли, посмотрите, как она обороняется, а? Но на этот раз Янкович не ошиблась по 15. Черный цвет лака на ее ногтях, как будто что-то чувствовала. Черный день может быть у Елены Янкович. Это Татьянин день, 25 января. Крытого ночбола. Thank you.
Сорвалась Елена Янкович, ну какой же мы сейчас теннис посмотрели. Чуть квадрат не попала. Еще одна нехорошая для Елены Янкович подача, потому что Бартоли только... А в принципе, даже когда Янкович играет хорошо, вот что можно отметить. Посмотрите, что творит Бартоли, а? Даже когда Янкович играет... Это было очень здорово. О, Марион Бартоли. Вот он-то ключевой. Вот он гейм ключевой. Попало. Попало. Да, как и сидел с открытым. Но это уже какой-то авантюризм. А вот сейчас хорошая подача-то. Все, Марион Бартоли, мы поздравляем. Умница, просто умница сегодня. Можно гордиться за свою дочь, мистер Бартоли. Месье Бартоли. Потрясающий теннис показала Марион Бартоли против Елены Янкович до первой партии. Янкович еще не проснулась, Янкович была сама не своя. Но второй сет равный, Янкович уже играла здорово. Много она показала красивых ударов, но Марион Бартоли...